чё? Понял. Долго? Что-то не готовы были, нет, что-то хуй пойму. Давай еще. 5, 4, 3, 2, 1. Там попили, да? Точно плюнул? Нет, не так. Я колбу полетел. Боссы стопнули по красному щиту. Боссы все стопнули по красному. Плюнул. Вы еще переведете. Ну, блядь, берите пьеток. 3 десятых, 2 десятых. Нормально. Вот дебаф не посмотрели, кто на кромку дебаф. Пометку ставим. Хотните меня, друида? Пельмени отошли. Я обосрался. Угу. Пельмени были. Колба не кинул. Или меня? Да, потому что это X-Temp нахуй делал. 100%. Колба еще будет. Лужа. Колба. Пельмени, пусть как авто полетят. Пельмени полетели. Так, белем он тоже. Пельмени. Обратно вылазить. Я тогда по красному стреляю. Лужа. Пельмени. Пельмени сразу сейчас полетят.
кофе, зеленый кофе. А, давайте еще назад, блин, понятно, будем. Пельмени крат. РДД по краткам. Ужа. Пелиция побежал. Пропил его. Минус по краткам сразу, да. Пельмени отопление. Отопление. Опять разные пельмени. Давали сердце. Определенно будет. Блять, я лужу, если будет 15 подсадка. Обратно, смотрите. Лужа. Полетели клубы, лучше лужи. Пельмени сейчас полетят аккуратно. Я далеко отвел пельмени. Должно петь вас скинуть. Пельмени, фигуры, лужа. Лужа, пельмени. Редактор нави. Колбы, милики по красным. Блять, колбы. Аккуратно, милики. Сука, опять раньше времени ебаный. Переплюнул. Проху играть. Пельмени отошли, пельмени отошли. Мелик полетел. Вот, вот. 7%. Игнорно опять любить включено. Процент еще. И пельмени, сейчас полетят. Пельмени отошли, попробуй все играем. Я подвел его бить. Быстрее перевод. Смотрим на дебафы. Зеленым дебафом. Просто кратко интерес быстрее разбить. Нерв. Нерв, холд и квест. Мне нечем плевать. Квест из банда. Отход для тебя бам. Я купол не поставлю, прохиливайте там. Все. Нормально. Нечем продлить. Убили себя нам быстрее. Так, готовься, бланш забираем, бланш забираем, бланш забери босса. Бланш, бланш, бланш. А, блядь. Гащука, гащука есть. Ну не надо сейчас, ну блядь, ну сука, ну ты тут. Ты тупой нахуй, реально, блядь. Пиздец, нахуй, ёбище, блядь. Я тебя просил забрать сейчас или нет, нахуй. Фонарь забери быстрее, нам еще 4 стадии. РДД в один кэмп, встаньте. Гандон, блядь. Мася, БР не войда. Щука забери, щука забери. Вот сейчас забери. Ну нажми кнопку, блядь. Молодец, фонарь забирай. Пельмени отошли. Так, второй старт на себе. Щука забери, щука забери, щука забери, щука забери, колбы. Ну забери, щука. Молодец, забирай обратно фонарь. Ниже, а все, нажался. Пельмени сейчас будут аккуратны. Покучнее, встаньте. Пельмени или... отошли. Так, готовься еще, щука, еще забирай. Щука забери, щука забери, щука, 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 щука. Что, я забрал пока? Ага. Серый, сейчас тебе надо забирать и танчить. Скажешь. Забирай прямо сейчас.
Чувау максимально хильте. Пельмени. Дал каплю ему. Пельмени и колбы сейчас аккуратно. Пельмени и колбы сразу отводи. Фонари дайте кру. Вернулись. Войд, готовься сейчас. Войд, забери, Войд, забери. Повешалась? Нет. Ёво. Ладно, сейчас я заберу. Дал избаунд. Четвертый спать смотрит, потом фонарь. Фонарь забери. Угу. Прохил, 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 прохил. Я могу. Пельмени, пельмени. Просто стоим гимны, тут, гимны на хп. Так. На хп гимны. О, да она. Ебаный рот. Умер, умерли люди, которые, на которых стаки были. Блять, опять 2%. А они умерли под четвертым, да, стаком? Нет, под третьим. А, даже один, да? Два мульта там было. Лям 700 даже. Да это лям нормально. Там был, блять. Да. Лям хп, потом резнулось хп 5%. Стало 6. Да еще убьем нормально. Сука. О, я выжил. А, на мне 5. Ну, блядь, ДПС много потеряли еще на том, что, блядь, стак не забрали, нахуй. Босс побежал, блядь, когда не надо. Не делай больше никогда так, блядь, когда тебя не просят забирать. Я, блядь, забрал плачу, нахуй, на щуку перепутал. Не слушай больше никого, кроме меня, блядь. Сразу, блядь, забрал, когда не надо, нахуй. Когда уже стак повесился, блядь. И три смертника охуенно мы тэпнулись, да? То следующий, блядь. А чё за хуйня? Да я хуй знает. Мы тэпнулись на этаж, бля, и сдохли к хуям. А почему я встал и умер? Я знаю, я знаю, фонарь, тебе надо... Да, я уже понял, видимо. Бабл, диван ебани. А, вот, всё. Не, сейчас меня зафармит. Так, а всё, уже массовое воскрешение, КД. Мочирующий чума. Ну, козябра, я тебя это слушать больше не буду. Зачем ты мне это, мною командуешь? Всё, рот на замок бы лучше это, повесил. Порезайте локов там. А я что-то не понял, ты скинул или нет? Там мне повезло выйти в бабле. Надо было, блять, наверное, я проебался. Надо было, наверное, боссом фростойку, блять, я зимаут. Если был, нахуй. Надо забрать или кунки, блять, под шоем. А я тебе говорил, хотя там флут был. Еще лужи ебаные неудачно так перевели, сука, с лужами, с дополнительными. Блять. Да хуй с этими лужами, там нам хватило места все равно. Вот, блять, вот этот мув от щуки, блять, ни о чем был, когда, блять, не надо было забрать, нахуй. Ты, блять, Войт, или кто озвучил нахуй? Я не помню. Я сказал, что у нас нету бланка, сказал, у нас мегащука. А, да-да, ты говорил бланка, это только щука один. Вместо бланка у нас мегащука, и в этот момент он забрал. 10. Вот. Он перепутал. У меня полная вообще получилась. Да ебаный гуморы, сука. Ну да, бланк сети, может он... ...пойдет? А вместо кого? Кто там, блядь? Филиция на самом деле. Ну, вместо одного хила, как минимум, нет? Ну да, вместо хила, на самом деле. И вообще, просто распредели, кто забирает, и все. Если не забрал, нахуй, минус сотка, и все. Что ты, блядь, орёшь постоянно? Да. Да потому что состав меняется постоянно, и уже заебался, у него сумо голова уже не соображает. Вот всё. Первый мегащука забирает, потом бланк, потом мегащука... Портанись, стерва, или дайте ему портал удара. А, он здесь всё. Чё, там рыба есть? Пиздец, какой балаган. Кто это говорит? Турину. Это Оби-Ван Кеноби, блять. Это чел, который Кирилла на X2 угонил? Пошли, блядь. Ренесите его. Yes? Подходите, сейчас разъебем этого пидора. Роберт. Официантка только. Паски, хуяски. Масло хуясло. Мыло и берем.
Я узнала, кто мне мыло и веревку в трейд кидает, молчу. Безжалостная. А, да, он, кстати, рассказывает это всем еще. Еще тебе какой-то морепродукт кидает, не? Да, клешник краб. Все готовы. Че там? Прям. Любовь. Давай о чем? Кирилл, у тебя там микрофон куда-то повернут, тебя тихо слышно. Нормально. Главное, чуть слышно. Нам пристально на ходе паузы загонять, чтобы нам приехали. Я помню. Походу эти рейды. Руга полетела. Все, проха, стопнули, не бьем. Стопнули, ДПС вообще никто не бьет, играйте проха. Лужа. Готовимся, смотрим дымах. Зеленый дымах, трусы. Красный квест быстрее. Ну-ну. Переплёвывать нечем. Бывает. Пропил. Да, опытно. Ну, пельмени отошли. Сейчас еще одни пельмени будут. Чуть подальше РТД отойдите. Пельмени, точнее. Колбы будут подъебала. Лужа. И колбы сейчас. Колбы. Пельмени отошли, РДД быстрее, там зеленый лаз. Поход эти друиды. Мастерч. Наконец-то. Сука, блядь. Косарь нахуй. Матч АБР. А, матч КД. Войт Б. Пельмени отошли. Не вставай, не вставай. Не вставай. Теперь вставай. Вставай. Дебахнули фронта. Чуть правее РДД. РДД красная нить. Лужа сейчас полетит. Чипа побежал. Лужа. Милики в красного. Сейчас пельмени аккуратно будут. Пельмени. Летел пельмень. Ай. Престоя на королева. Королева гимна ману варит ТТ. Давайте в кружок. На ромбик смотрите. Зеленый. Пельмени, пельмени, отошли, 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 пельмени. Thank you.
аккуратно колбу только не убрите там костями. Пельмени отошли. Блять. Уже вышли. Мили аккуратно, вышли, вышли. РДД покрасный. Плюнул. Сейчас мили красного играете. Пельмени отошли. Кружок. Лужи вышли. Мили аккуратно. Мили, мили. В РДД зону, милики. Все в РДД зону. Быстрее, в РДД зону. Пельмени отошли. Я далеко отвел, там не должен долететь. Набили зеленый. Кружок. Вот он, аккуратно, 5 миль. Пельмени отошли. РТД красного. Мили, мили по красному колбу сейчас будет аккуратно. Переводить пора. 1%. Да, сейчас переведем. 1.5. Аккуратно, сейчас пельмени полетят, перевозим просто. Пельмени сейчас полетят. Пельмени. И лужи кинулся, сука, опять. Красным дебафом крест, зеленым трусы быстрее встали. Блин. Постоянно себя просили. Просил, просил. Блять. Только готов, ты первый еще был. Нет, ты же первый. Выбирай. Забирай щука. Щука, щука, щука. Прием. Хорош. Бланш. Готов. Блять. Бланш забирай, бланш забирай, бланш забирай. Отойдите, РДД. РДД, отойдите, там холмы поставились. Дальше отойдите, он за ромбик. Пельмени. Щука, щука забирай, щука забирай. Возвращаемся туда, возвращаемся. Молодец, умничка. Сука, налили, ладно. Бланш, готовься. Бланш забирай, бланш забирай. Бланш. Уже не надо, все, уже не надо. Сейчас следующий будет. Щука забирай, щука забирай. Пельмени. Пельмени, молодец. Бланш, готовься. Бланш забирай, бланш забери быстрее. Все нормально. Сейчас выйдем. Сюда подходите. Давай. Фонарь, дай сокро. Да. Фонарь, забираем босс. Слегка отойдем. Пельмени отошли, пельмени отошли. Че, после этого я попробую. Не надо. Блять. Кай фонарь кончит, потом провал. Колбан твой. Озвучить. Я озвучил, не понимаю, не знаю. Луна, вышли, пельмени отошли. Серый, забирай. Чувак, максимально просил, каплю дай, прикрой. Не перекройте проход только. Подведи. Да, возьму, он зачем. Чтобы, чтобы РДД не перекрыли этот проход узкий. Нормально. Блять. Сейчас лужи сюда перекрой. Ну как, блядь, так не достаем. Тихо, 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 закройте рот, пожалуйста. Сейчас колба будет. Назад оттянитесь немножко. Блять, щука сдохла каким-то макаром, сука, вагон, блять. Кунка, забирай, паршивая. Кунку хильте. Зубы ему.
Прохил рейд быстрее. Ну поднимите по хп, только не умрите, кто со стаками, пожалуйста, кунку держите, зубы там по нему дайте. Ху, блять. Победа. Аллилуйя. Залупил. Чё, уёбки. Отпущено уёбки. Просто. Легчайший босс. Щука, чего ты там, блядь, сдохла, нахуй? Да, обычный токен можете видеть. Перемень, нахуй, словил, да? Сука, блядь, 5% отхилил, блядь. У меня не показывает ДБМ стаки на ластфазе и 5 FPS, наверное, по ощущениям. Да пиздец, жесткий FPS, конечно. Я, вы не представляете, как я играю. Именно на ластфазе. Я ориентировалась только на Вайда. Ну, по Google ориентироваться надо. Как ты ориентировалась? На сову смотрела, что ли? Ну, ты говоришь, Дискорд у меня не лагает. Я тупо зажимаю мышку и бегу. Все. Ладно, идите курить. Слэш следовать. Зазож. Гу, умрем, починимся и здесь туда пойдем. В смысле, это призыв к суициду? У меня две голды, какой чинится? У меня всего две голды сейчас. Я тебе дам голды, мне не жалко. 5 голды. Такой богатый? Ай, состаньте того правого. Спасибо. Я по профу нанес ДПС. А дай мне тоже две голды. Там кунка засадил. Все видели. Ебать, сколько там трэша, нихуя. Кунка, кунка! Это теперь гимн. Пацаны, это чё за мифик плюс? Да умрите похуй на неё, блядь, там ещё вонючка сагрилась. Зайдите все заново в инсты и пойдём там расчистить на синдру. Ой, ну синдра вообще изи босс, как бы. Алканфел. Я считаю, что убил профа, считаю, что прошёл целка. Алканфел, он как инвиз, мобы на тебя идут. Ты где там, блядь? Двиз какую-нибудь хуйню чек, нажми. Чек, все, сколько сейчас смертей будет просто от бомб. На Фелицию бегут, нахуй. Ну как вы тут вообще оказываетесь? Вагонно, блядь. Все, вроде сведились. Не знаю, тот ШВ был вообще охуенный. На зубке. А, кстати, на зубах вообще не лагало. Понял? Ну, вот очень повезло. Так, надо, короче, зубы кидать постоянно. Короче, крылья должен кидать заодно в этом. Да, момент. Да, и крылья мне, и зубы, и все, видишь, ни лагов, ничего, и босс умер. А Чуваве два раза крылья прилетели. Ну, блядь, а чё блядь, ты хочешь? Блядь, кстати, чё? Его, пиздец, его откинуло прям в лужу, прям под пельмень, там, пиздец, его там. Ну, хотя бы крылья. Трипл килл был практически. Кого откинул? Ну, кстати, может быть, даже сдох, потому что крыс... А, я прожал еще хп тогда. Меня откинуло прям под пельмени зеленые там. Я прожал дубку. Я смотрю, рядом со мной чувак откидывает прям в лужу, и в него приземляется пельмень сразу. Нихуя себе комбо. И выжил же. Ну да, какая-то. А, у тебя еще хп вкачано? Какой-то билд на кота с хп? Да? Он медведя прожал. Нет, просто хп. Да, ну вот это инстинкты, инстинкты, да? Да. Ну, нормально. Но я убрал вот этот улучшенный вожак и хп-шку. Бля, я эту хп-шку никогда не качал, вкачнул на опере в карри хэм, чтоб не взлетать там на вихре. Ну тут заебись, если так вот стаки забирай. Ну да. А, подождите, дайте трэш побьем, у меня ноль этих. Ноль осколков. Нет, не дадим, сразу сейчас населю это, синдром пойдем. А, в натуре там же трэш будет. Так, будем паровозиком бегать. Паровозиком начинаем. Бежим. Ну просто следовать, нажали и бежим. Как за дружкой. На синдре, да? Дорожка. А за кункой. На второй фазе вокруг синдри против часовой, блядь. Надо присоединиться на паровозику, пожалуйста. Да, хочу присоединиться. Подрубай песню «Голубой вагон». Бежит, качается. Папаля, папаля. Данжен Мастер едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку дает. А ну, мах, давай. Я просиделся. И только прыгай в пропасть. Кто же песен? Короче, еще вопрос. Есть вот сериал «Менталист», если знаете. Вот где челик, короче, там, ну, по выражению лица там все угадывает. Ты про него пятый раз спрашиваешь уже у всех. Не, я про адвоката спрашивал. Так вот, есть какие-то аналогичные сериалы? Тот сериал, да. который я тебе посоветовал, он и про адвоката, ну скажем, короче, тебе понравится. Значит. Да, тебе нужен который менталист, типа, или который больше адвокат? Больше менталиста тоже, да, такую тему. Обмани меня. Лайк Ми посмотри, прикольный. А, смотрел «Обмани меня».
Знаешь, что посмотри с красавчиком, с актером? Не острые козырьки, а белый воротничок или белые воротнички во множественном числе, я уже не помню. Типа менталиста, короче, только актер-красавчик, такой он негодяй, там вообще четкий, бабы красивые. Хорош. Встречаю, очень интересный сериал, зря ты, я вообще досмотрела, я так переживала, мне так плохо без него. Ну, он все равно похож. Юль, только скажи честно, тебе больше сериал понравился или красавчик актер? Красавчик, да, он гей, к сожалению. Сука, фу, не буду смотреть. Фу, блядь. Не, ребята, когда я смотрела, я не знала, что он пидорас. Ну а поэтому... мы теперь знаем. Он очень красивый. Пропаганда. Все, я понял. А, посмотри фильм, тебе понравится, я люблю тебя, Филипп Моррис называется. Не, ну так-то у нас... Там тоже гей. Не, там нету геев. Там нету геев. Кунка. Фонарий, Кунка. Ридиган, это ты гей перечитаешь или что? Это он натуралов называет. Что творит сейчас при стену забыл? Не, анимешники, блядь, пидоры, вот это вот все, это не люди нахуй. Я не смотрю аниме. Феникс, не беспокойся, мы не расскажем. Кто это сказал? Сейчас Расинган свой тебя кину. Стримеры тоже, блядь. Хорошо, что я не стример, нахуй. Я просто блогер, бля, или как там называется, летсплейщик. Блогер. ЛГБТ, нахуй. Превратила Нофи вместо мужского и женского пола, тело 1, тело 2, бля. Да, есть такое. Я, да, это же хуйня. Три, тело 3. Кристена, иди на хулипала. Сразу. А, короче, новость была, ну, старая, не знаю, в курсе нет, но это прикольная тема. Короче, чувак шел в женский туалет, и он кричал, что типа я позиционирую себя как девушка, поэтому буду ходить как женский туалет. А отец девочки, там же какой-то, выбил ему зубы со словами: я позиционирую себя как зубная фея, и втащил ему и выбил ему пару передних зубов. А добра. Да, я читал эту историю, это правильно, блядь, сделано. А чё, я тоже так делаю. Не, пусть ебутся в жопу, базара нет, типа, ну только, блядь, чтобы вы к нам не приставали, к нашим детям и так далее. Ну, это... да, не, пусть нам блядь. Ебутся в жопу, как угодно, блядь, сколько угодно, блядь. Белый воротничок, все, блядь. Тихо, хорош, блядь, все, тихо, нахуй. Угу. Все, блядь, смените тему. Хорош, блядь. Сумон, давайте. А меня теперь в игру не пускает. Предлагаю сменить тему на то, какие мы конченые ублюдки, не можем убить скин. Потом будете пиздеть, блядь, алло, нахуй. Ёпки. Первый заходи. Смени точку. Пристально пытайся зайти на хулипана, а дальше можете пиздеть. 14-го трая мы убили. Смени регион, да, пристально. Тормозы, бля, ужасно слышно. У тебя где-то телефон под шапкой, блядь, там. Он сел на него. Такой, как вот носили, такие меховые раньше, деды наши. Да, вот я помню, носил. На банку их одевали. Просто, ну что у тебя это, арбуз? Тут нет порнухи. Если Лича закрыть 50 из 50, что будет? На страх. Сундук надо с плащом. Сундук с плащом. Шейм выпадет, ему. Ладно. Пошли, может, пока, может, пошли трэш бить, хули. Алло. Давайте. Все, я зашел. Пошли. Мула, Чарми, Кунка. Пошли в центр. Не надо будет кого-то, наверное. Одного паладина поменять. Кунка, наверное. Не надо паладинов менять. Стоп, чё? Так. А я сейчас быстренько интернет переключу, кажется, за него это всех херня. Стён, а ты откуда? Чё у тебя такой акцент? У кого? Кристины? Да. Он с Дагестана? Слышится акцент. Такой у необычный. Какой, блин, ах, у Кристины? Арбака. Че, брат, нормальный у него акцент? Я ничего не говорю, просто необычный. Такой, как у смертного, да, обычного. Есть же. Ну, Пристена акцент вроде такой. С России, мне кажется, он. С Москвы даже конкретно. Нет, это уже не Россия. А что это? Башкортостан? Это отдельное государство.
Это так, вся москвичи позиционируют? Да. Это хочешь сразу так? После смузи и поцелуя в попу своего парня или как? Ты чё, чё за поцелуй в попу, блядь? Это уже ЛГБТ, нахуй. Блядь, смузи это пиздец. Я пытался, смузи? Пацаны, я пытался смузи нормально напиток. На синдре сопроты будем, наверное, все пить. Давай, это по-любому. Напиток нормальный себе, но... Это блядь, отбегаем? Да, это отбегаем. Да, отбегаем. Ты лутайте трэш-то. Боешка. А что такое крем-пай? Объясните, пожалуйста. Ну, крем, крем это сливки, блядь. Пай это пирог. Пирожное, наверное. Это пирог. Ну, объясните, что такое крем-пай, я часто это... Ну, с английского переводится крем, это сливки, блядь, а пай это пирог. Что ты, блядь, что у тебя есть? Сливочный пирог, блядь. Нет, никакой пирог крем-пай. Пирог со сливками, ну все правильно. Пирог да? Со сливками? Как можно... Нет, это какой-то странный крем-пай. Рыбный крем-пай. А ты попробуй, подойди и говори, пацаны, хочу крем-пай попробовать. Пацаны, сказать, лизнуть. Да? А его пацаны готовят, да, только? Или чё? Ну, женщины да. Тоже готовят. Пацаны зажаривают его, термообработку производят. А вы заебали, мы опять плавно на хуи перешли. Ой, напиши их стоим, тут вообще даже хочешь крем-пай попробовать. Так в смысле, Юля, ты сама говорила, лучше говорить о хуях, чем... Да, ну да, 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 да. Всё-то да. Еще жалуешься, да? Вообще. Ты чё, это лицемерие какое-то, понял? Отличная женщина. Двойные стандарты. Ват жалуется уже. Про геев им не нравится, про хуи не нравится. О чем нам вообще еще разговаривать? Ладно, да. Давайте про хуи лучше, чем про пидораса. Правильно, Юль. Не, Юля вообще мужчина. Юля понимает, что если все будут кругом пидорасы, то женщины не будут пользоваться спросом. Да. Спрос рождает предложение. Замуж. А кто будет рожать новых пидорасов тогда? А они старые пидорасы. Приюта берут, они думают, типа они бесконечно спавнятся в приюте. Спавнится. Все спавнит, думается. Надеюсь, этот распустит. А вы знаете, блядь, плавно переключу тему, нахуй. Раньше писали в газетах, блядь, что есть инопланетяне такие, которые, блядь, похищали людей, блядь, и там проводили опыты. Может, они и сделали пидораса? О, боешка. Нельзя, Роли. Тянизм? Нет, нет, все отказывайтесь, я за низм. О, да, смотри, Мул, Астервей, Феникс. Ну, 7 минус. Если Кирилл тут, то я... Королев. Я Кирилл, ну, типа, я думал, я отказался. Тебя нет. Официант. Чишь, просто мы уёбки не можем ебало завалить. А я НЛО видел, алло. Да не, просто слушай, разговаривайте, чё, я надеюсь, что ли. Главное, не во время пул. Да не, ну да, типа, разрешите. Не хотайте и не хильте меня. Кто не, это сделает, тот лох опущенный. На самом деле, он напрягает очень, когда такой балаган. Типа, это надо прям быть готовым к такой хуйне. Ну, когда трэш чистишь кому. Даже на трэше напрягает. Ну, типа, не всегда, но, блядь, частенько напрягаем. Ну, замуться тогда. А. Блядь, королева. Ладно, не, я чё? А чё? Ты чуть не... А, я зашелдовала, сорян, ты вы своим пиздежом. Наш говорил. Отмазки, какие отмазки. Давайте быстрее мне сейчас из баунды кончим. А всё, Юля, теперь ты, получается, что он сказал, гей? Я? Гей? Как и запишем. Вопрос был не констатация. Констатация? Какого хрена у меня соединение сервера? Почти как конституция звучит. Кем пообидел? Проституция. Ну, я так и знал. Я обидел экстемп, вообще. Я просто ждал, как он первый скажет. Ему, видимо, тем на форуме не понравилось. Экстемп? Не, экстемп, я считаю, хороший человек. Зря вы так о нем говорите. Он старается. Вы посмотрите на вот ШП духов, ну такие пиздаты. Напиши ему, блять, он хочу от тебя детей. Ну я ему писал как-то, я его просил сделать чардж на 100 метров. Чардж в тебя, да, чардж. Ну, Рита, скрин есть, где я ему писал, что типа этот. Можно чардж. Так, на исходную все станьте, не пуляй, подожди. 11 лямбов не успеем. Давайте, да похуй, ну поднимаем им все равно. Потестим. Погнали. Перепот и пейся. Я пошел проверять. Геру, хуярчик. Геру.
Там ШП мелькает в рекаунте, он так хочет вырваться. Но, сука, чума не дамажит. Бля, поднажмите. Не, не открывайте. Там летит. Короче, файл. Он прыгнул, он прыгнул. Вон на полутору. Красиво. Линканите ДПС, блядь. Это люстра. Линканите. Я думаю, видосик с профа сделаю с музончиком. Че, ты шестое место, 19 900. 17. Стой, ты убежал? А, я думал, ты пульнул его, Кирилл. Да у меня подлагало, блядь. Бать, у тебя маунт. Тыщ, 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 тыщ. Мне просто взять пару файлов. Потанчишь Хребра Хруста, научи меня прятаться. 30, это что, на 30 минут или что это значит, блядь? Угу. Нихуя себе, блядь. Не-не, это секунды, вы чё, блядь? Я таймер поставил. Я так и понял, блядь. Короче, люлька, 10 секунд осталось. Там ещё на 29 минут придёт. Паньте он за спину ему, блядь, и туда вправо уходите просто, и нормально будет. Я для себя его поставил, меня не понимаю. За ромбиком смотрит. У меня вар, у меня похуй. Тут за уголок спрячемся. В армии. Вот, ныкаемся, ныкаемся. Оп, и скилл. Юля обоснала. Блин, знаете, мы сейчас такие веселые, ржем, а потом друг друга хуесосить ненавидеть будем на синдре. Да, блин. Так факт. Сейчас захилиться надо, короче. Да не, не надо. Нахуя. В чем разница между обычкой и герой? Во всем, в принципе. Освобожденка хуярит по всем, блядь. Словил освобожденку, настакал освобожденку, ебанул по всему рейду. Ага. Так. Это хилам надо пиздец как захилить. Короче, это меткая печенька и на первую фазу, и на вторую будет. Аллилуйя, впустила. Наверное, блять, все метко. Так, а кого мне поменять? Какой-то номер ретрик одна. Нет, и бей. Я захожу на хулипало. Таргет метки тебе поставить? Ну, давай от тебя филиться, наверное. Да, синдром. Может, еще одного милишника какого-то минуса. Хотя нет, нормально. А кто копьет? Асус. Да нет там разницы вообще никакой. Че ты хочешь, она? Сапрот. Ну, он к войду и королеве за сапротом. Все равно будут пить. Сапрот. Где тебя возьмешь, не взяла? Че ты не тычешь? Хилы, ну-ка, давай, блядь. За сапротом. У меня есть. О, сапрот. Ну он редики еще, может, и на тебе. Спасибо. Сумка ебаная на закрывается. На второй фазе, наверное, все в центр надо будет выносить, все метки. Ну да, надо в центр будет. Давайте строить. А если на меня кидается глыба, а я пропиваю зелье свободы действий? Да. И выйдется или нет? Так, короче, смотрите, отличие от обычки. Вся синдра. Чем отличается от обычки? Отличается только одним. Освобожденкой. Эта освобожденка хуярит по всем. То бишь, взрывается в радиусе 30 метров. Или 20, блядь, сколько там. Вроде 30, блядь. Сейчас гляну точно. Двадцатка, по-моему. Да, не 30, поменьше.
Да, 20 метров. Короче, смотрите. Если вы набираете освобожденку. Особенно на второй фазе вообще ее нельзя набирать. Только там хилы по одному два стака, и то в зависимости, если надо там поднять рейд и прохилить танк. РДД стоят, просто курят, вообще не набирают освобожденку на второй фазе. Освобожденка, значит, и шафака, блядь, прячется за склепом. На первой фазе, смотрите, примерно расстояние, вот рейд будет плюс-минус стоять все время в песчанке, ну, чтобы для РДД там, чтобы быстрее притягивал и быстрее отбегали. Вам нужно примерно освобожденку от печеньки вынести примерно вот где-то на такое расстояние, чтобы не въебало по рейду. Да, где-то так, 20 метров. Даже, может, чуть дальше. Ну, где-то вот, от печеньки до креста. Вот это радиус поражения. Если вы, типа, чуть, ну, ближе до печеньки от креста, то ёбнет по людям, которые там рядом стоят. Соответственно, освобожденку много не набирать, даже на первой фазе там. По 3, по 4 стака и надо выносить в бок, и чтобы впереди не махали. На второй фазе, еще раз повторяю, чтобы вообще освобожденку никто не набирал. Только когда я скажу, что можно. И то тогда вы набираете, видите, что у вас заканчивается освобожденная магия, она на 30 секунд вешается, и убегаете нахуй подальше от рейда, чтобы не бахнуться рейд. Когда мы уже добивать будем, как где? Рыбу хавить. Все, остальное. А, ну еще отличие. Сразу говорю, бомбы нахуй шпотают. То бишь, словили бомбу нахуй. Улетели на клонбон. Ну, это что за бомба? Сразу понимаю. Это которая на взлетной фазе. А. Обжигающий холод тоже шпотает. Не знаю, наверное, мне кажется, под зеленкой тоже пробьет. Да, конечно, он из баунта зеленкой лучше подходить. В принципе, все. 6 меток кидается, еще одно отличие. Вот. Ромб, трусы, полумесяц, звезда, квадрат и печенька. Вот эти вам метки. КС я сейчас уберу. На взлетке 6 меток эти выносите, понятно. Уходить там не надо прям далеко, блять. Можете остановиться тут около полумесяца и разбегаться по меткам. Выносим аккуратно и четко. Не, мне кажется, будет шотать нахуй, если вот в две сносить. Я понимаю, в одну, можно шотал сразу. Не шотал. Ну, блядь, там, ну, щитки должны быть стопудово. Ну, либо сейф какой-то, я знаю, хуй знает. Это залупа ебаная. И чем чё ты выиграешь, нахуй, с двойной меткой? Ну, смысла нету, толку от того, что я одну сейчас. Параша, это для каличей, нахуй, хуйнёй заниматься, нахуй. Ладно, не, в пизду будем так делать пока что. Если что, то тогда уже тело. У ханта поражение вертится. Там тоже больно набьет, много не набирать, придется стопать, если что. Особенно на второй файл. Настя, модель. Тикни перестёную Фелицию и шестая в печеньку, да, Гриш? Да. Сейчас кик. Блядь, секунду. Так, все готовы, да? Еще раз очень напоминаю. РДД играем по крайним, напоминаю. Это когда склепы. Взлетная фаза. Мула, официантка. Настя, королева. Есть каска. Вроде нету, каску по пристам дайте. А, ну да, на пристах каски нет. Да, отвисла. Каску паладина, алё. Пристена. Еще раз вообще на полу. Друидам каски. Ребята, ну блядь, вы паладины там каски разбафаете, блядь. Тоже. Ладно, я сейчас сам разбафаю, короче. Я уже полипауэром. Давайте быстрее, нахуй. Ну. Или мне вам помочь разбафать, ну. Мне мотивация, могу прописать. Полипауэр бы. Все, все готовы. Я запускаю. Ты дамажит, да? Когда она садится. Дамажит, что не дамажит? Пожит она или нет? Нет. Урон уже был.
Да, я заупаню. Нахуй ты мне босса брал? Получил дыханием, но хуй ебало тут. Да. Освобожденку смотрите, аккуратнее носить. Сейчас притяжка, которая будет ближе к боссу. Освобожденку по мне набирает. Ебать, она больно бьет. Ну, ебану. Что мало готовится, что мало. Пейчик, где портал? 2%. Мало ДПС, короче. Дайте фридом по Фениксу. Метки сейчас уносим. Официантка алконфил спейси Маси Мулафин фонарик быстрее внесли. Ну, блять, ну не спейси вперед. Вагоны, ну ладно, пойдет. Право падает, так сказать. РДТ крайне левый, никто не бьет. Слева падает далеко. Бомбы шотают, напоминаю, так что прячьтесь. Слева там же. Близко слева очень. Разбили склепы, чармила бомб. Войт Бэрму, да. Ребаф по престу. Хуёво заглупить, значит, не. Вы влево так аккуратно, ну, не отходите лучше, подъебало в ее сторону. Там дыхание, блядь, задует конусом, ебал нахуй. Вот хулишит, тебя может сбрить. Так и было. 120 градусов ну, так, конус. Блять, я ж тебе сказал, что ты там стоял. Ну я был с этой не хотел уже в рейд заносить. Беги, малышка! Ты в рейд занес, блять. Чем вы слушаете, блядь, хуй его знает. Че один, блять. Да вы, блять, прикалывайся, если что, нахуй. Швепс, нахуй. Шо? Шо за хуйня, блять? Шо нахуй? Блять, там, короче, метка эта ебучая, куда освобожденку выносить. Либо подъебало, либо не успеваешь добежать. Объяснять. Да это ебало. Здесь ты официантка, ридикал, конфил, кунка, вынеси быстрее. Слева падает. Еще один махну. Слева. РД крайне больше. Справа, пациент почти. И последнее, слева близко. На стоп кадры. Адель, ты да говорил? Еще до одной гнотки не живем. Пока смотрите, что происходит. Ну ДПС очень маленький, так не сгорсил прям. Кто-то вылетел. Ну, скорее всего, вроде пока стоит, а ты вылетел. Не бежали. А. Ну я подержу. Я тоже. Ну, теперь моя очередь. Да я не нажал просто кнопки, что ты засмотрелся на них. Не пострел на свой хп, блять. Королева чувака, конфила с массе быстрее вынесли. Угу. Чтобы так всегда выносили. Слева падает аккуратно. Пациент.
такой раз пацан. Слушай, мы же все равно это, да, это швайп. Давай сейчас следующие глыбы попробуем две вынести. Ну, одну в одну. Надо три. Три можете выносить в одну, она не шотит. Три, давай, похуй вообще. А если сдавать под это Т4 или массу? Блять, вы лучше меньше пиздец, блять, играйте по меркам. Два в одну, одну в две, такой себе. Три в одну. Сейчас вы с ним подождите. Так, я хотел бы. Падайте. Давай, в рейд, поворачивай. Поворачивай, да, фонарь. Нет, я хочу танчить. Вот я играть хочу. Дай поиграть. Не сработало. Короче, на освобожденке вообще бить не буду, нахуй, пизду. Себе тоже. Ну типа... Не тебя, не киты. Там... Правую сторону выносишь, в смысле ты бить не будешь, нахуй? А нахуя ты тогда за ШП играешь, если ты бить не будешь? Да-да, смотри, вот... Вправо было два человека, куда я там третий, блядь, залезу? Ну так стань еще один, ебаный в рот, вас троих будут хилить, в чем проблема? Че ты психуешь? А до 20 вообще посрать, ты после, во время притяжки, пока все бегут назад, ты идешь вперед и все, сам живешь. Ну? У нас 5 хилов, да? Интересно, извините. Типа, блядь, я за ШП тут нахуй с ракет набирал освобожденки. Правда, один раз, блядь, вайпанул так хорошенько, но притяжка забагалась там не вовремя. Да. Это в норте, кстати, было, блядь. Может, просто этим... Может, просто назначенных людей, просто чтобы они выбегали, били, ну, имею в виду ШПшников. Остальные в рейде стояли, хуй с ним, разрядили там 1-2 стака, похуй. На первый. Вообще куда-то бегать? Ты стоишь на похуй, стакаешь на месте. После притяжки, там как раз освобожденка спадает только после притяжки. Здесь время в тучке выбежать из рейда. А-а-а. Ну, если так, нормально. Или за синдру туда, типа, на противоположность. Да, ну вот как я сейчас сделал. Главное не зафакапить, посмотреть, что у тебя диспани в КД, нахуй. Ну, это из самых важных моментов. Посмотреть, чтобы, ну... Притяжка, блядь, не забагалась, и у тебя не спала эта хуйня, в итоге тебя притянуло во время, блядь, этой хуйни, когда она спадает сама освобожден, а не стаки сами. Вот два момента просто, ловить за шипой, остальное просто ебашь там освобожденки миллиард, нахуй. Так, тактика говно, надо бить на балконе. Балкон говно. Да нихуя, да. Там хотя бы выносить нормально. Балкон говно. Освобожденку. Балкон говно, балкон говно, балкон говно. Я балкон брать? Я не хочу на балконе, потому что большинство, для большинства людей это будет шоком. Так там, ну, типа, ничем не отличается, блядь. Просто да это самовнушение, что там лучше. Че за бред, блядь? Все одинаково, могу с четырех сторон, блядь, бить этого босса. На балконе бьют только из-за того, что там больше дамажить можешь, когда она взлетает. И так и стол. Ну да. Ну, как раз, типа, для нас, у нас дамага не хватает. Да нет, там еще метки тут удобнее расположены. Бегать, типа, не так далеко, они в шахматном порядке стоят. Так и тут можно шахматом поставить, в чем проблема? 6 метров. Так-то да. Вот эти вот квадрат, блядь, впереди звезды и ромбик впереди треугольник. Какая проблема, блядь? Пиздец. И нахуй бегать? Ладно, нормально, для первого раза пойдет. Ну, сейчас дверь рядом с носим, который не шел. Просто выходите в правую сторону, на ком освобожденка, а не в левую. Раньше можно было в левую, но сейчас они, блядь, переебашили эти фреймы. Синдра задует с левой стороны. Там визуально 120 градусов конус, имейте в виду. То есть это треть круга, то есть 120 градусов у него дыхание. Есть предложение, чтобы левее было. Просто РДД подходит ближе к миликам, и людям сзади есть свободное место встать еще на освобожденку, дополнительное место. Мы ближе сразу же к боссу встаем, и сзади у нас освобождается карман, куда может стать еще одна освобожденочка и бить стоять спокойно. Не все будут соблюдать. Ну, может, они долбоебы, которые любят бить на фурнже. Это потеряется. Проще, вон, 4 человека, там, РДД или 3, сколько кидают, вышли в правую сторону, и пускай бахают там по 3, по 4 стака. Вы только там... хвостом не получите. 3-4 стака, например, возьми, блин. Дальше взрываемся. Только, блядь, не во время притяжки, нахуй.